Ох, кажется, теперь он заряжет. Зарядит его, нет? Слава богу, не в ту сторону, блядь. Слава, блядь, богу, что не в ту сторону. Я тебе сейчас ебло прострелил бы, блядь. Было бы обидно. Ну что, повторим? Что повторим? Я ничего. На, попей. Не-не-не, уйди ты. О! Ебать, там нечем заняться, мужики, ёбаный. Ты живой. Чем ты, блин? А, не, убери это от меня. Блять, блядь, да не, братуха, давай вы с ним на раз выйдете. А чё, Стакар, ты за свои слова ты отвечай, ну. Это сяв. Да он базарит, за кому же. Куда он? Ну, хочешь, я тебе прям тут морду начищу. А ну, пожалуйста, о, вот это в туре предъява сейчас была. Ну чё, тогда давайте, погнали, вещи на Запорожец. Давай. Я посторожу, а вы раз на раз выйдете. Ну ты подстрекатель, ну. Конечно. Ну, а чё, кулачные чё, бои, погнали, почему нет? Дура. Нас тут толпа, глядишь, ну, новички давай, заработают. Прям. Погнали вон туда. Если за заборчик. Давай. Погнали, сигнал был на ту. Давай, фунец. Смотри, никого не надо, а то откачивать дорого будет. Ты, давай, сучонок. Активно это упадет там от шока там или по башке получить. Вещи-то не это, не подбегайте, не воруйте в натуре. Пацаны, ну отойдите, не мешайте ребятам. Так, ну чё, пацаны, может кому-то это отдохнуть? О, всё. Сталкер, ну ты в натуре. Блин, так, ну чё, давайте как. Он санитар, всё нормально. Блин, ну как знать. Блядь, сейчас, а где тут у меня это было? Может, там машина? Ой, ёпт, нихуя! Ты сейчас бегаешь, ты не бегай по... С вот он! Ну, блядь, нет! Да ну нахуй. Может, уйдем? Не, он нас увидел. Ура! Фу, блядь. Тут был более зеленый. Так, потому что это раны. Сфоткайте эту хуйню, а? Фоткай. Мне кажется, это... Ни разу не палёная. Да, пару минут помолчать. Парни, можно чуть посерьезнее, мы как бы на кровососа идем. Да похуй. А, да, мы идем на кровососа? Ну, да. Ну, блядь. Я прям сейчас узнал, что мы идем на кровососа. Я, в принципе, тоже, и я пошел домой. Ты так освежает в мозгу, когда ты узнаешь за 2 минуты до кровососа, что вы идете на него. О, блядь, УАЗик! Лишь бы не переехали! Пардон. Все живые, правильно? Ну, это, блядь, что было, блядь? Это были военные, которые могут рассмотреть нашу форму только в упор. Меня больше смущает, как они эти ментовские развороты делают лихие, блядь. Блядь, ну... Я автомат в рюкзак прятал только. Кстати, парни, смотрите по под ноги, короче,
военные очень любят кровососа давить. Бля, чисто портфельчик отправишь девушке вниз. Да. Сосите жоп. Развернулся с таким образом. Ну вот этот маленький вот этот, да? Который еще на жопе висит у них, да? Да. Вы друг друга не убейте, пожалуйста. Надолго, мне с вами еще надо.